शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते Компания Venus Records and Tapes Limited представляет фильм «Азарт любви». В ролях Шахрух Кхан, Айшварья Рай, Чандрачур Синг, Шарад Капур и другие. Авторы сценария Мансур Кхан и Нирад Швора. Композитор Ану Малик. Оператор Кей Ви Ананд. Исполнительный продюсер Умед Джайн. Режиссер Мансур Кхан. Год. Гоа. Индия получила независимость в 1947 году, но Гоа до 61 года оставался под властью Португалии. Это один из городов Гоа, Васко. А это Альберто Васко, самый крупный местный землевладелец. Иными словами, местный царек. Поэтому-то город и называется Васко. В самом центре города ему поставили памятник. До этого никто не удостаивался подобной чести. В тот день атмосфера была праздничная. На площади собрались все жители города. Они были счастливы, их сердца переполняла радость. Эту радость не разделяла только одна женщина. Ах ты, чертов мошенник, грязная свинья, негодяй. Я ненавижу тебя, ненавижу. Я тебя прикончу. Кем ты себя возомнил? Твое тело сожрут черви, черви. Грязная свинья, я убью тебя. Ты не уйдешь от справедливого возмездия, мерзавец. Ты никогда... Город Васко, Гоа, 1980 год. Цып-цып-цып-цып-цып. Орлы! Орлы! Лафру! Лафру! На помощь, Лафру! Не надо, разберемся с ним в другой раз. Ты от нас не уйдешь. Чертов скорпион. Идем. Это памятник Альберто Васко. Он был самым богатым человеком в округе. Половина всей собственности здесь принадлежала ему, поэтому и город наш называется Васко.
Когда 20 лет назад португальцы ушли из Гоа, ему пришлось все бросить, а народ все растащил. Но это и к лучшему. Вы сможете получить все, что захотите, сэр. Потому что настоящего-то хозяина нет. Останови машину. Чадри, мне нужно это здание. Это будет дом для гостей компании. Так вы его получите, обязательно получите, сэр. Бихари, останови их, они мне весь дом разнесут. Дом пока не твой, ты просто жилец, подпиши вот тут. Тогда мы уйдем. А иначе, смотри, плохо будет. Хорошо. Прокаш! Подожди немного. Держи, дядюшка. Эй, Прокаш! Он пошел воровать, а орлы его избили. Идиот несчастный. За мной. О, черт! Уходим! Скорей! За ними! Держи их! Лови! Держи! Держи! Эй, Макс! Скорпионы наших избивают! Поехали, Майкл! Мы же договорились, что скорпионы не должны заходить на территорию орлов. Вы появились здесь всего 2 года назад. И с тех пор Васка неспокойна. Да. А до этого вы что, бальными танцами занимались? Ты забыл, как я тебя избил в прошлый раз? Отец Джейкоб вовремя появился, а то бы тебе не сдобровать. Помню, что я тогда сказал, часть города с этой стороны от площади наша, а с той ваша. Живите там, умирайте там, делайте там, что хотите, а иначе мы вам ноги переломаем. Вот значит как. Разве город Васка принадлежит твоему отцу? А твоя мамаша разве тебе этого не говорила? Say the room, say the ring, yeah, for
हम भी हैं जोश में बातें कर होश में हम भी हैं जोश में बातें कर होश में यूं ना आंखें दिखा सैलरो सैलरे क्या बोला फिर बोल दे सैलरो सैलरे क्या बोला फिर बोल दे Пожалуйста, уходите. Хам би хай джош ме, бате кар хош ме, кьюн на аанке дикха. А ну, перестаньте, хватит! Перестаньте! Сержант, арестуйте их!
За что, сэр? У нас просто спор вышел. Заткнись! Сэр, брат, одолжи мне мобильник. Да, брат? Заткнись! Да, сэр. А он говорит, не буду возвращать. Верно, братишка? Да, и тогда мы решили разрешить это разногласие. Верно, брат? Вот мерзавцы. То живут душа в душу, а то дерутся не на жизнь, а на смерть. Вам бы жениться. При упоминании о женитьбе смешно стало. Знаете, где орлы поженятся со скорпионами? Извините. В моей любимой тюрьме. Инспектор, что натворили эти дети? Дети, святой отец, это они дети. На прошлой неделе они разбили 4 уличных фонаря. Разнесли весь овощной рынок и изуродовали новую машину мистера Родери. Плохо, очень плохо. Чтобы их утихомирить, надо засадить их за решетку. Прокаш, Макс, зачем вы это делаете? Чтобы продемонстрировать друг другу свою силу. Я знаю, вы молоды и полны энергии. Но вместо того, чтобы драться, лучше помогайте друг другу, дети мои. Живите мирно, запомните мои слова. Жизнь – драгоценный дар. Если один раз его лишиться, вернуть его уже невозможно. Да. Помните об этом. Инспектор, отпустите их на этот раз, они не смышленыши. Больше такого не будет. Святой отец, вы совершаете ошибку. Они вовсе не смышленыши, они представляют опасность. Однако, раз вы просите, я их отпущу. Но в следующий раз, если что-нибудь подобное учините, то берегитесь. Да, сэр? Я ухожу. А ну! Окей. Что ж, а теперь уходите отсюда все. Давайте, расходитесь по домам. Пошли, ребята, идем, идем. Макс. Да, святой отец? Пойди сюда. Ты опять затеял драку? Нет, святой отец, они первые начали, сукины дети. Простите, святой отец, но если на нас нападают, мы должны защищаться. Макс, сын мой, насилие порождает насилие. Размахивая кулаками, ничего добиться нельзя. Но, святой отец, они же первые напали. В воскресенье я хочу видеть тебя в церкви. В это воскресенье? Каждое воскресенье. Хорошо? Да, святой отец. Ширли, приходишь последний, а убегаешь первый, да? Простите, святой отец, это все Макс виноват. Я никак не могла его разбудить. Он до сих пор еще спит. С днем рождения, Ширли. Спасибо, святой отец. Да благословит тебя Господь, дитя мое. Спасибо. Привет, Ширли. Привет, Тони. Привет, Алекси. У тебя сегодня есть занятия? Да. В субботу в колледже будет концерт. И что? Ты придешь? Может быть. Может быть? Приедет группа из Бомбея. Настоящая группа! Не повезло, ребята. Ты только посмотри. Что такое? Посмотри на это. Какая рука. Это уже слишком. Можно я по руке тебе погадаю? Давай. У тебя будет замечательная жизнь. Замечательная. А вот и линия любви. Что? Что там? Макс идет. О, боже. Ну, сейчас им достанется. Ты встретила сногсшибательного парня. Неужели? Как романтично. Скажи, как его зовут? Давай, скажи.
А, ты стесняешься. Ладно, я сам угадаю. Может быть, его имя начинается с буквы Т? Тони? Да. Да. Негодяй, сукин сын. Нет. Не надо? Нет. А по-моему, надо. Я вас проучу, навсегда забудете свои шуточки. Не бей. Еще раз увижу рядом с сестрой, мокрого места не оставлю, проваливайте. Привет. Негодяй. Мой герой. Макси, время близится к полудню, так что давай прокатимся с ветерком. Хорошо. Надо вернуться домой к 12. Ладно. Да. Как я сказал, так и будет. Да, да. Вперед! Вперед! Берегись! Ты что творишь? Свобода! Смотри! Посторонись! Макси! С дороги! Чемпион! Розана! Нет, Макси, не надо! Заткнись, Ширли! Отстань от нее, а не то я тебя прикончу. Он чокнутый, просто чокнутый. Макси! Ну, конечно. Черт! Эй, поберегись! Двенадцать. Приехали. А чего ты так орал? Кто орал? Я. Давай ты. Сама давай. Простите нас, инспектор. Тормоза отказали. Да. Тебе не стыдно? А чего мне стыдиться? Мотоцикл сломался. Мотоцикл тут ни при чем, это ты виноват. Я же говорила, оставь в покое Розанну. День сегодня такой, мне не везет. Глупости, сегодня особенный день. Почему? Что в нем массо? С днем рождения, Макс и Ширли. С днем рождения, Макси. Прости, я забыл. С днем рождения, младшая сестренка. Младшая? Родились в один день, в один час. Но я на 5 секунд раньше. Сюрприз! С днем рождения! С днем рождения вас! Спасибо! Спасибо, спасибо! Ну, хватит! Хватит! Ладно, ребята, давайте праздновать. Нравится? Ух ты! Сама сделала? Здорово! Это не для этого. Прекрасный пистолет. Ширли, с днем рождения. Это мне? О, Майкл. Майкл, большое спасибо. Макс о тебе забыл, но теперь ты всегда будет помнить. Мошенник, я забываю, потому что в тот же день родился и я. Это простительно? Извините. Тост за близнецов! Да! Спасибо за вас! Давайте веселиться! За тебя, мама. За тебя, папа. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 1001 рупия. Награда за то, что ты освободил дом. 1 рупию оставь себе. Бихари, вот ты и получил достойный ответ. Вот твоя доля. 10, 20 и еще 5. 25. Мерзавец. Мы работаем, а денежки лопатой гребет.
Бихари. Я думаю, когда Бихари уедет, почему бы нам не занять его место? Неплохая идея. Но ведь именно Бихари изготавливает фальшивые документы на собственность. Кто будет заниматься этим вместо него? Рахул! Негодник! Брат! Каким модником ты стал? Бомбейский лоск? А ты ничуть не изменился. Пошли, я отвезу тебя домой. Идем. Мама! Мама! Спускайся, Рахул приехал. Давайте несите вещи в дом. Он такой представительный. В конце концов, чей он брат? У меня есть план. У меня тоже. Давай ты первый. Я считаю, нам всем надо переехать в Бомбей. В Бомбей? Там настоящая жизнь. В Бомбее судьба человека может измениться за одно мгновение. А тут Васка что? Скажи, мама согласится поехать в Бомбей? Рахул, что за дикая идея? Бомбей? Что в нем такого? Не пытайся его разубедить, мама, не получится. Он уезжает обратно в Бомбей. Рахул, ты уезжаешь в Бомбей? Не только я, мама, мы все поедем. Я собираюсь открыть там ресторан быстрого питания. Для всех, и для индийцев, и для иностранцев, у меня есть партнер, мистер Шейти. Вот увидите, чего я смогу добиться всего за один год. Я этого не увижу, я останусь здесь. Ну, мама, там... Ты поезжай, сынок, поезжай. Прямо завтра. Нет, мама, я останусь, по крайней мере, на месяц. Зачем? Потеряешь столько времени. У тебя там ведь все схвачено. Зачем ты вообще приехал? Мог бы просто письмо написать. Ракаш, верни ему все подарки. Пусть продаст их и вложит деньги в дело. Мама, не мог подождать, не говорить сразу. Я бы попытался ей все объяснить. А теперь она рассердилась, еще бы. Она не видела тебя 2 года, а ты, не успев приехать, уже об отъезде заговорил. Погоди, я покажу тебе Васка. Может, ты еще передумаешь. Отдыхай. А завтра с утра я покажу тебе город. Ладно? Okay. Ладно. Эй, Рахул, иди сюда. Извини за опоздание, было срочное дело. Это мой брат Рахул. Ученый человек, повидавший мир, и к тому же прекрасный повар. А это мои ребята. Смотри. Лафру, Чанду, Ганпат, Чхоту, Басент. А это гвоздь программы бесстрашный Гхотия. А те 2 придурка. Вот смотри, Девем и Пепси. Привет! Здравствуйте. Что смешного? Давайте покажите брату Васка. Да, босс! Стал быть, Прокаш глава банды скорпионов, да? Да, его знают все. От бродячих собак до отцов города. Вот как, здорово. Да, он как налетит, да как нагонит на всех страху. И жильцы готовы уже подписать все на свете. Он прекрасно работает кулаками. Значит, банда скорпионов занимается этим бизнесом? Да, недвижимостью. Скоро и вас будут так же уважать, Рахул, Дада. Эй, не надо называть меня Дадой, ясно? И не надо ходить за мной, я сам все посмотрю. Хорошо? Эй, Рахул, Дада! Дада! Дада, Дада, не ходите дальше! Почему? Здесь граница! Что за граница? По ту сторону от площади начинается территория банды орлов. Банда орлов? Да, банда орлов. Они наши заклятые враги. У нас договор. Никто из них не может заходить на нашу территорию, а мы на их. Понимаете? Даже по ошибке. Понимаете? Даже по ошибке?
А если нарочно? Конечно. Да-да! Да-да! Да-да, да-да! Да-да, вернитесь! Да-да! मेरे ख्यालों की मलका चारों तरफ तेरी छैया रे थाम ले आके भैया चारों तरफ तेरी छैया रे छैया मेरे ख्यालों की मलका मेरे ख्यालों की मलका चारों तरफ तेरी छैया रे थाम ले आके चारों तरफ तेरी छैया रे छैया खुशबू चुरा के हे आई फूलों के रस में नहा के लाई भीनी सी खुशबू चुरा के तेरी आंखों में है हल्का सा नशा तेरा रूप मेरी नजरों में बसा मेरे ख्यालों की मलका मेरे ख्यालों की मलका चारों तरफ तेरी छैया रे थाम ले आके भैया चारों तरफ तेरी छैया रे छैया सपनों के परी इतना तो बता रहती है कहाँ
तेरा नाम है प्यार मेरे ख्यालों की मलका मेरे ख्यालों की मलका चारों तरफ तेरी छैया रे थाम ले आके पैया चारों तरफ तेरी छैया रे छैया Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Привет. Мы не знакомы, но мне хочется с тобой поговорить. Ты недавно здесь? Да. Приехал в пятницу. Не виделся с родными 2 года. Я учился в Бомбее. А в Гоу я первый раз. Прекрасный край. Правда? Да. Здесь очень красиво. На самом деле, минутку. Я подумал, если кто-то покажет мне город, это будет просто здорово. Кстати, меня зовут... Что ты уже видел в Васку? Рыночную площадь, район рядом с ней, старый форт, церковь Святого Антония, а также... А Макса видел? Макса? А что это? Тебе обязательно нужно с ним встретиться. Он тебе все покажет. Солнце ночью и звезды днем. Мне он нравится. И тебе тоже он понравится. Bye. Пока. Макс. Он первостатейный уголовник. И вообще, зачем нам говорить об этом бандите Максе? Вкусно? Рос, знаешь, зачем я пригласил тебя сюда? Да, на обед. Нет, нет. Зачем же тогда? Знаешь, я уже давно хочу тебе кое-что сказать. Когда я вижу тебя, сердце мне говорит... Говорит... Сволочь. Сволочь! Что? Что ты сказал? Нет, нет, не ты. Он там. Там же никого нет. Никого нет? Прости, прости. Прости, забудь. Рос, я видел твоего отца. Когда? Позавчера. Он покупал бренди. Знаешь, он такой милый. Торговался из-за 3 рупий. Когда я его увидел, то сказал... Мерзавец. И сюда посмел явиться. Что ты сказал? Нет, нет, я не о тебе. А о моем отце? Нет, нет, и не об отце, об этих бандитах. От них нигде покоя нет. Привет, Розанна, привет, мистер Савио, можно к вам? Нет, у нас важный разговор, понятно? Спасибо, Савио. Что это ты ешь? Лан фан чу чао. Ты что, издеваешься? Так блюдо называется. Сразу бы сказал. А что это такое? Похоже на тараканов. Что? Розанна, это ведь китайское блюдо, значит, без тараканов не обошлось, точно. Да нет же, Розанна, я тебе скажу, что там. Там лапша, курица, травы, креветки, морковь, грибы. И никаких тараканов нет. Они наговаривают. А как это едят? Как и положено, палочками. И как она на вкус? Острая. Острая, сладкая и пряная. Как вкусно и красиво. Ну так бери и ешь. Я тоже так думаю. Да нет. Перестаньте. Вот что. Я-то говорил о Розанне, ошибка вышла. Вообще-то у нас сегодня разгрузочный день. Да. Бери, ешь сам. Не хочу. Ешь, тебе говорят. Не хочу. Сабио, пойдем. Прости, Розанна, мы уходим. Ешь, Сабио. Малыш, ешь, хорошо? Сабио. Пока, Сабио. Был бы я один, я бы его так избил, что на нем бы живого места не осталось. Да. Знаю, знаю. Давай, ешь молча. Как я могу молчать, Розанна? Я хочу сказать тебе кое-что важное. Знаешь, в моей жизни ты самый большой таракан.
Сабио! Розана, убери его! Сабио! Таракан! Сабио! Мистер Сабио, мистер Сабио, куда вы? Обед! Хулиган, идиот! Макс, и чего ты ко мне привязался? А ты не догадываешься? Ну, капитан Макс, Розанна снова тебя отшила. Черт возьми, она меня очень любит, но пока сама еще не поняла этого. Я тут вспомнила. Вчера я была в церкви, и этот парень сел рядом, под носом у отца Джейкоба. Только представь себе, и стал вешать лапшу на уши. Мол, первый раз в Гоа, города не знает. Какая глупость. Просто невероятная глупость. Кто такой? Не знаю. Я не дала ему представиться. Слушай, еще раз увидишь его, скажи мне. Обязательно. Перестань, Макс. Это ты мне? Вот это да, мама. Сколько картофельных чипсов? Да, 2 мешка. Возьмешь с собой в Бомбей и будешь вспоминать мать. Мама, а если я все чипсы съем здесь? То есть? То есть я принял решение. Я не поеду в Бомбей. Правда? Да, мама. Останусь здесь, с тобой. Открою небольшой магазинчик. Вот видишь, мама, а ты волновалась. Да. А с магазином я помогу, младший брат. Это же и тебе выгодно. Это очень выгодно, дядюшка. Твой магазин пустует, а моему брату он очень понравился. Он хочет взять его в аренду. Я дам 500 рупий в месяц. Ладно, 600, больше не дадим. Верно, Рахул? 25 тысяч сразу и каждый месяц 5 тысяч, иначе я и разговаривать не стану, ясно? Смотря с кем разговаривать. Кто еще тут вякает? Осторожнее, дядюшка, а то... Прокаш, дай я сам. А что ты и скажешь? Дядюшка, я начинаю дело с нуля. Мне нужна ваша помощь. Видите ли... Вижу, все вижу. Я знаю, чем он занимается, бандит! Дожил до седых волос, а не понимаешь, что мы пришли к тебе с миром. Хватит! Убирайтесь отсюда! А иначе что? Прокаш, хозяин магазина умер. Он никому не платит, а с нас требует 5000. Макси! Я тебе покажу, как меня обманывать. Макси! Ты об этом пожалеешь. Отпусти его. Макси! Ты меня не знаешь. Макси! 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 Прокаш! Отпусти дядюшку. И что, тебя схватить? Отпусти, а то познакомишься с моим ножом. Прокаш! Прокаш! Прокаш, отпусти его! Отпусти, говорю! Прокаш, отпусти его! Спасибо, Макси! Зачем ты вмешался? Мы бы взяли верх над Максом. А то получается, что мы испугались его. Мама права, ты перешел границу. И магазин теперь за границей. Что ж, раз и что ли из этого магазина, а как же иначе? По-другому здесь нельзя. Они тебе не джентльмены, понял? И что, нам надо воевать с ними? Отдайте мяч. Так не пойдет, дружище. Здесь у бизнеса свои законы. Никому нельзя показывать свою слабость, пойми. Ты пришел про свадьбу говорить или... Я человек дела. Негодяй, сукин сын. За что? В чем дело? Я с тебя шкуру спущу. Нет, отпустите его. Давай его сюда, бей, мерзавца. Бей, держи его. Прокаш! Прокаш, нет.
Прокаш, Прокаш, оставь его. Этот сукин сын из банды орлов. Все, хватит. Не хочу ничего слышать. Нас прислал Прокаш. Он просит прощения. Чего молчишь? Извиняться-то тебе надо. Ты его опозорил перед врагом. Послушай, приятель, ты здесь новенький. Ты не знаешь, какие у нас порядки. А того придурка он правильно избил. Орлы на его месте поступили бы так же. Если кто-то просто глянет на сестру Макса Ширли, то рискует лишиться глаз. Ширли, сестра Макса? Сестра-близнец, близняшка. Если кто пригласит ее на прогулку, то ему ноги переломают. Послушай, Прокаш, наш босс, он прислал нас. Ну и сам пришел. Взгляни. Давай, иди к нему. Для вас он босс, а для меня брат. Не учите. Что мне делать? Ты посмотри. Бабочки, куда летите? Я сражен наповал. Посмотри, посмотри, как глазами стреляют. Ой, не могу. 1000 за аренду и ничего больше. Дело можно провернуть и мирно. Ешь. Ага, да ты, оказывается, настоящий волшебник. Держи, Лафру. Так ты простил меня? Прощу при одном условии. Что ты бросишь свои теперешние занятия и поможешь мне с открытием магазина. И все. Сейчас все устроим. ДВМ? Пепси? Да, босс. С сегодняшнего дня вы подчиняетесь Рахулу. Да, босс. А ты? Ну, есть же эти двое. А ребята? Угощаетесь. Говори. Сейчас попробуем. Добро пожаловать в дом угощений! Добро пожаловать в дом угощений! Дом угощений! Разве от претенциозного названия торт становится вкуснее? Яблочко! Молодец! Теперь я? Давай! Да! Прекрасно! Здорово, правда? Теперь моя очередь! Смотрите, смотрите! Учитесь у мастера! Давай, Макси! Вот это да! Эй, посмотрите, скорпион сюда идет. Верно, брат, Прокаша. Идем, идем. Приятель, там территория орлов, а ты принадлежишь к скорпионам. Визы у тебя нет, ясно? Отвечай. Давай. Он не только дорогу домой забыл, но и говорить разучился, сволочь. Чертов скорпион. Мне нужно отнести торт. Дайте пройти. А то что, побьешь? Покажи, на что ты способен, трус. Да и этот повар только торт умеет печь, слабак. Вот увидите, сейчас он убежит. Ну давай, трус. Тот, кто бежит от опасности, трус. Но тот, кто избивает других без причины, не храбрец, а дурак. Ну, что?
Зачем ты притащил сюда свой Тор? А если у тебя не будет рук, что будешь делать? Давай, вали отсюда и впредь не смей пересекать границу. Какую границу? Я не вижу никакой границы. Увидишь. Это будет последнее, что ты увидишь перед смертью. А это что? Он только одно печенье продал, что ли? Слушай, приложи монету к носу и прочерти на земле границу. Вот так. Давай, иди, начинай. Давай, поваренок. Я приготовил эту монетку, чтобы подать какому-нибудь нищему. Что ж, разделите деньги между собой по 5 пайс. Сволочь! О, какой цвет! Выглядит как новый. Ни пятнышка не осталось. Хорошо постирали, да? Привет! Что происходит, Макс? Ничего, ничего. Я про стирку говорил. Рубашку стирали или его самого? Что они от тебя хотели? Они просто показывали мне дорогу. И что? Это была неверная дорога. А я шел верным путем, инспектор. Ясно. Давайте, занимайтесь своими делами. А ты идем со мной. Да мы и занимались своими делами, только ты помешал, сволочь. Пошли. Какой счет был? 9-10. Идем. Как тебе моя новая машина, Розанна? Хорошая. Ты смотри вперед. Да. Кто тут у нас? Лихач! Лихач! Розанна, а на мотоцикле не хочешь прокатиться, или я тебе не по душе? Сабио, поехали. Пропусти. Напугал. Хватит. Моя машина новая и ездит быстрее твоей развалюхи. Это невозможно. Макс, Сабио бросает тебе вызов. Да, Макс, покажи ему. Нет, 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 это будет нечестно. У меня мотоцикл, а у него жук. Я парень, а Сабио... Замолчите! Давай, я тебе покажу. Покажи, малыш. Устроим гонки. Хорошо. Сабио, не надо. Если ты будешь участвовать в гонке, я выйду. Нет, на кону стоит моя честь. А я ее украду. Давай, вперед! Да, вперед, Сабио! Давай, давай! На старт! Внимание! Марш! Давай, вперед! Тебе доставляет большое удовольствие одурачивать простаков. Ты ведь тоже дурачишь его. Любишь меня? А на прогулке ездишь с ним? Заткнись, когда-нибудь Господь тебя накажет. Что случилось? Ты права. Господь меня уже наказал. Превратился в мушку и укусил. Вот тебе и наказание. Эй, поехали! В кои-то веки представилась возможность прокатиться вместе. Я люблю тебя. Скольким девушкам ты такое говорил? Только тебе, Сандра, то есть Сьюзи. Только тебе, Розанна. Розанна. Моя Лейла. Bola, tu meri lela,
Bobbali pekta hai sala. Apun jab bhi sachi bolta hai, usko jhoot kai ko lagta hai re. Ye uska style hoinga, hoto pe na dil mein ha hoinga. Ye uska style hoinga, hoto pe na dil mein ha hoinga. Aaj nahi to kal bolegi, esu tension kai ko leta re. Apun bola, tu meri lela. Bobbali pekta hai sala. अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काय को लगता है रे. फिर देख के मौका मारा चौका सब कुछ उसे बताया रे. ए, क्या बताया रे. अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली देखता है साला. अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काई को लगता है रे. ये उसका स्टाइल होएगा, होटो बिना दिल में हाँ होएगा. ये उसका स्टाइल होएगा, होटो बिना दिल में हाँ होएगा. नहीं तो कल बोलेगी, ए तू टेंशन काय को लेता रे. अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला. अपन जब भी सच्ची बोलता है ए उसको झूठीच लगता है यार. से भगाने को गया था उसको आधी रात को. ए सेटिंग हुई क्या. अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला. अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको हमेशा ही झूठ लगता है यार. Стало быть, это и был твой Макс, глава Орлов. Он тебе понравился? Вам надо бы как-нибудь сесть за чашечкой чая и поговорить, а? Ты каждый день ездишь на велосипеде в колледж. На мотоцикле. С Максом. Хочешь прокатиться с нами? У него есть сиденье на троих? Ты думаешь, я боюсь Макса? Почему я должен его бояться? Потому что он носит кожаную куртку или серьгу в ухе и целыми днями разъезжает на мотоцикле. Он не смельчак, а глупец. Боятся дети. Я не боюсь. А что ты изучаешь? Экономику? А, ты гуманитарий. В точку? Я закончил курсы менеджеров отелей. Кулинария и дизайн блюд. Почему ты не заходишь в мой магазин? У меня прекрасные торты. Для тебя я испеку специальный торт. Скажи, какой у тебя любимый вкус? Дай угадаю, клубника
Груша, да? Макси! Я совсем не боюсь твоего Макса. Если ты такой храбрый, то подойди ко мне на глазах у Макса. Хорошо, договорились. Но если я выиграю, то тебе придется меня поцеловать. Конечно, если у тебя голова останется на плечах. Ладно. Toda mi piel, tus andares provocando mi castidad, tus besos mitad mentira y mitad verdad, saben a manzana del paraíso de Adán. Sola, sola, me gusta pasear. Sin respirar, y el mundo gira y gira detrás de ti. La luna se me clava en el corazón. Medio moribundo sigo el son de tu sol. Sola, sola. Было. Давайте выпьем сока. Налейте, пожалуйста. Слив дать? Не надо, спасибо. Я победил. Когда получу приз? Ты поможешь мне сделать покупки? Конечно. Два арбуза, пожалуйста.
Придется расплачиваться. Ты совершил чудо. Ты такой храбрый. Я же говорил, что не боюсь Макса. Но я очень испугалась. Когда Макс тебя увидел, на секунду я... О, Господи, у меня душа ушла в пятки. Ты испугалась за меня? Тебе не тяжело? Нет, нет. Так ты испугалась за меня? Не знаю. Но раньше я ничего подобного не чувствовала. А что ты почувствовала? Не знаю. Это было что-то необычное. Ты не возражаешь? Я сегодня собираюсь приготовить фруктовый салат. Это для него. Конечно, без проблем. Так ты говорила, что такого раньше не испытывала. Что же это было? Да, такого со мной еще не было. Да, один возьму. Наверное, мне показалось, будто... Ширли? Вот и мой дом. А как же мой приз? Ты не зайдешь? Не беспокойся, Макса дома нет. Конечно. Ух ты, какой красивый дом. Спасибо. Сейчас я отдам тебе твой приз. Не просто приз, а намного больше. Это доказывает, что ты меня любишь. Вот твой приз. Обманщики только такие призы и получают. В маске-то любой дурак справился бы с заданием. Извини, ты проиграл. Но все равно, спасибо, что донес фрукты. Эй, ты куда? Сейчас Макс придет. Прекрасно. Ты что, собираешься с ним драться? Нет. Я собираюсь его накормить. Что? Фруктовым салатом. Он из тебя сделает фруктовый салат. А тебе это доставит удовольствие? Большое удовольствие. Тогда наслаждайся. А лимоны есть? Нет, здесь тебе не магазин, слышишь? Он от тебя и мокрого места не оставит. Не говори потом, что я тебя не предупреждала. Не буду. Превосходно. Макс. Все готово. Я же говорила, Макс приехал. Это замечательно, просто здорово. Идем же, Рахул. Давай. Ширли! Залезай. Что? 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 Мой мотоцикл. Мотоцикл? Да, только что покрасили, как новый стал. А, покрасили. Ух ты. Вот именно ух ты, мой славный малыш. Здорово. А зачем ты снова сел? Давай прокатимся. Поехали. Я приготовила поесть. Потом поедим. У меня дела, Макс. Отложи дела. Макс, я не в настроении. Не в настроении? Да ладно тебе, Макси, не расстраивайся. И не обижайся. Макси. Макси, давай поедим. Это фруктовый салат. Я сама приготовила. Специально для тебя.
Нравится? Глупый. Что это за звук? Звук? Ничего не было? Где это? Там, на улице. Это здесь. Мэгги. Иди сюда. Мэгги, зачем ты сюда забралась? Давай, вылезай. Пошли. Ты не в настроении ехать, да? Да. Тогда я возьму с собой Мэгги. Поехали. Приедет Макс и будет очень весело. Спасибо, дядюшка, большое спасибо. Ширли, будешь пирожное? Что, дядюшка, плохо торговля идет? А что вы тут забыли? Отправляйтесь вслед за другими в магазин через дорогу. Дядюшка, не кипятись. Дом угощений! Идите в дом угощений! Забудьте об этой забегаловке. Мы заключили выгодный контракт, а этому неудачнику контракта теперь не видать как своих ушей, верно, Кхотия? Он увел моего клиента. Еще насмехается. Что ты имеешь в виду, дядюшка? Это козни про каша. Они заключили контракт на проведение праздника в честь Дня независимости Гоа. И мне теперь этого контракта не получить. Ты только скажи дяде, и мы снесем ему голову и принесем тебе на блюде. Да что мне делать с его головой? Мне нужен контракт. Я же должен детей кормить. У меня семья. Что? Еще что-нибудь нужно? Нет. Мистер Мескос сказал, что все завезли. Помощь точно не нужна? Нет. Иди, я тоже скоро пойду. Идемте, ребята. Семьсот два. Семьсот. Привет. Я хочу сделать особенный заказ. Это торт «Радуга», в котором должно быть 7 цветов. Красного, синего, розового, зеленого, черного, белого и желтого не надо. Не надо! А пурпурный, бордовый, лиловый, лазурный, оливковый, коричневый и бежевый нужны. Нужны. А на торте напишите моему любимому навсегда, навсегда, навсегда. И запомните, это для особенного человека. Что такое? Разве мы не перестали принимать предварительные заказы? Бывают клиенты, ради которых стоит изменить правила. Пошли, у нас много работы. Давай, 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 живей. Завтра 8, хорошо? Ладно, пока. Пока.
Сюда. Пока ничего. Может, они до завтра спать будут? Терпение, Майкл. Это как в спорте. Начинается. Да? 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 Да, да, да. Да. Да, молодцы. Да. 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 Пошли. Ребята, поторопитесь. Дом крыс. Поздравляю с Днем Независимости, Го! Великолепно. Прекрасный магазин, очень красиво. А зачем вы сменили название? А, это ваша новая стратегия? Да, сэр. Я так и знал, так и знал. Проходите, сэр. Превосходно, очень-очень хорошо. Нет, нет, нет. Отстаньте! Отстаньте! Не надо! Пожалуйста, послушайте меня. Не надо! Кругом одни крысы! О, Господи! Но я вышел из схватки победителем. Сэр, пожалуйста, выслушайте меня. Что вы можете сказать? Сэр, я могу? Тут ничего нельзя поделать. Что случилось, мистер Мескос? Мистер Паско, из-за этого идиота я сегодня лишусь работы. Заказ не выполнен. Заказ? А какой был заказ? 1000 овощных сэндвичей, 1000 пирожных. Не вижу, в чем проблема. Я вам все это предоставлю. Что? Идемте в мой магазин. Все готово. Правда, спасибо. Послушай меня, мистер Мескос. Не трогай меня. Спасибо, мистер Паско. Все, пошли отсюда. Большое спасибо. Ты спас мою шкуру. Я дам тебе еще 20% сверху. 20%. И повсюду остатки тортов, пирожных и крысы. О, боже, пока. Пока. Моей любимой навсегда. Надо выяснить, как крысы пробрались в магазин. Может, окно было открыто? Какое окно? Не знаю. Вчера, после того, как я ушел, кто-нибудь приходил в магазин? Нет. Послушай, брат, ты очень наивный. Но я-то знаю, что это дело рук мерзавцев орлов. Причина могла быть любой. Ты не можешь просто так их обвинить. Возможно, крысы пробрались сюда сами. Ладно. А Паска, значит, каждый день готовит по 1000 сэндвичей и пирожных? Что теперь говорить? А ты мне обещал сегодня принести яблоки. Где они? Сейчас будут. Пошли. Хотите сделать еще один заказ, мадам?
Нет. Сколько я должна за тот заказ? Всего 200 рупий. Кстати, торт был очень вкусный. Спасибо, мадам. Ширли, ты кое-что забыла, Ширли. Майкл, сделай что-нибудь. Мотор стал зверски шуметь. Оглохнуть можно, черт побери. Извини, нужно срочно все исправить. Для этого нужны запчасти, Макс. Я и говорю, раздобудь, что нужно, и почини его. У меня сейчас их нет, надо ехать на Радх. На Радх? Ну да, на территорию скорпионов. Только кто же туда сунется? Я. Сегодня же ночью. Давайте, за мной. Макси, я не пойду, мне страшно. Эх, ты трус. Присмотришь за мотоциклами. Вперед, Майкл. Идем. Нет, брось. Эй, Майкл. Майкл. Посмотри, годится? Да, ну надо еще. Ты иди, а я поищу. Питер? Крысиный король. Сейчас мы тебя превратим в корм для крыс. Вперед! За ним! Держи его! Макс, если не трус, дерись. Тихо. Вот они и на нашей территории. Думали, поймали меня. Знаете, они разбили мой мотоцикл. Кто теперь защитит их магазин, Майкл? Им уже ничто не поможет, Макс. Поезжайте. Бей! Бей его!
Перестаньте! Перестаньте! Эй! Эй, вы! Девин, Пепси, идем. Макс с Прокашем дерутся, быстрей. Бей! Бей его! Давай, машь ему! Давай, Макси! Давай, давай! Молодец, покажи ему! Задай, гоняй Перцу! Макс, берегись! Прокаш! Прокаш! Прокаш, приди в себя! Их надо остановить, они же убьют друг друга! Это мужская игра! Топай отсюда! Бей его, Прокаш! Давай, Макс! Бей! Макс! Мы с тобой, Макс! Прокаш! Ну, давай! Наша взяла! Эй! Перестаньте! Остановитесь! Отпусти его! Отпусти! Рахул! Макси, черт! Макси, отпусти его! Макси, ты его убьешь! Макси, хватит! Макси, отпусти его! Хватит, Макси! Ширли! 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 Эй, Ширли! Эй, Ширли! С ней все в порядке. Слава богу, все хорошо. Ты себя хорошо чувствуешь? Посмотри на меня. Все нормально? Что с тобой случилось? Зачем ты вмешалась? Я испугалась, Макси. Чего? Ты уже столько драк повидала. Чего было бояться? А если бы с тобой что-нибудь случилось? Что? Что могло со мной случиться? Ничего. А если бы он умер? Кто, повар? Еще один скорпион бы сдох и все. Да. Но, Макс... Ширли, со мной ничего не случится. Но эти двое уже мертвецы. Сволочь Прокаш и его брат, Рахул. Тоже сволочь. Я всегда буду с тобой. Буду о тебе заботиться. Все будет хорошо. Хорошо, Макси? Ширли...
Говорите, бандиты! Говорите, кто разгромил магазин? Это не мы. Я вас заставлю признаться. Кя? Да нас там и близко не было. А ты? А что я? Я был в кино. Вообразил себя настоящим орлом. Захотел взлететь. А избивать людей? Я-то что, а вот вам не составит труда избить меня. Погоди. Если против тебя найдется хоть один свидетель, я с тебя шкуру спущу. Инспектор, я могу сказать, это они разгромили мой магазин. И дедушка, ты это видел? Не видел, но... Так позови того, кто видел. И позову. Инспектор, спросите Рахула. Он видел, кто разгромил мой магазин. Кто разгромил магазин? Достаточно одного заявления, и все они окажутся за решеткой. Я не видел. Не видел. Ладно. А кто тебе лицо разукрасил? Его-то ты видел? Бенни? Джоджо? Или Макс? Стало быть, ты тоже стал Скорпионом. Соратником своего брата. Послушай, возмещать материальный ущерб придется тебе. 200 тысяч рупий. И выплатить их надо в течение 10 дней, понятно? Вот сволочь. Идем, идем. Смотри, смотри! Да! कितना प्यारा है ये प्यार प्यारा प्यारा हुआ है पहली बार होता है एक बार फिर न होगा ये दोबारा चुरा के ले गई चुराने वाली
मेरी कातिल А где Бихари? Контора закрыта? Он уехал, вернется месяца через два. Ох уж этот Бихари. Удача сама стучится к нему в дверь, а он уехал. Проблемы, Чоудхури? Нет, сэр, все в порядке. Подождите минутку. Хорошо. Дружище, такое важное дело. Это ведь международная компания. А Бихари? Телефон он оставил? Постой. А мы не можем помочь? Дружище, я же сказал, дело очень важное. Насколько важное? Сколько места нужно для полусотни офисов? Несколько гектаров. Вот именно. Этим должен заниматься Бихари. Вам такая работа не по плечу. А кто выполнял до этого работу Бихари? Ладно. Если до приезда Бихари вы справитесь с этим заданием, то комиссионные достанутся вам. Идет? Макс, по-моему, Ширли Роман. Что ты сказал? Я говорю, Ширли Роман с каким-то парнем, Макс. Майкл. Ширли красивая девушка. За ней много ребят ухаживают. Что тут странного? А кто он? Я же говорю, я его не разглядел, он был далеко. Ширли ему махала и улыбалась. Такой улыбки я у нее никогда не видел. Но ты понимаешь, что...
Что я имею в виду? Так улыбаться можно, если только любишь. У Ширли нет от меня секретов. Она обязательно все мне расскажет. А я потом поймаю его и побью. Роман. Ладно, увидимся. О, Господи, Макс! Что ты делаешь в темноте? В чем дело? В последнее время ты очень занята? Ну, учеба в колледже, знаешь, лекции, контрольные, все такое. Значит, на меня у тебя времени нет. Да ладно тебе, Макси, ты же знаешь, я тебя люблю. Что поделаешь, учеба, разные проекты. Майкл говорил, что ты гуляла по пляжу с каким-то парнем. Не знаю, с чего это Майкл взял. Я была с Нэнси. Много парней пытались заговорить с нами. Кто он, Ширли? Кто? А, он. Он тоже учится в колледже. Я... И все время просит разрешения проводить меня. Я ему... Ширли, мне совсем не нравится, когда к тебе пристают, ты это знаешь. Но еще меньше мне нравится, что ты от меня что-то скрываешь. Передай ему, что если он будет продолжать досаждать тебе, то я его в порошок сотру. Поняла? Ты поняла? Хорошо, Макс. Хорошо. Хорошо. Ничего удивительного, Ширли. Однажды это должно было случиться. Я поговорю с Максом. Нет. Если ты это сделаешь, я не буду встречаться с тобой. Ты не знаешь Макса, Рахул. Так что же делать? Перестать встречаться? Всего на 3 месяца. Если каждую среду молиться в церкви, то желание исполнится. Да. Ты в это веришь? Да, я верю в Бога. А я верю в правду. И правда в том, что мы любим друг друга. И пока мы сами что-нибудь не предпримем, ничего не изменится. И Бог тут не поможет. Пожалуйста, Рахул, за 3 месяца многое может измениться. Ради меня, потерпи. Пожалуйста. Пожалуйста, Рахул. Ладно. पागल पल पल रोता है बिन तेरे ना जागे ये ना सोता है
मुश्किल बड़ा है, सुनता नहीं कहना कोई भी, दिल बेखबर जिद पे अड़ा है, समझाऊं कैसे इसे जान जा, हारे 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 हम तो दिल से हारे, हारे 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 हम तो दिल से हारे। Что ты делаешь на крыше? А я тебя ищу. Опять недоволен. Прости. Не был не в себе, бес попутал. Готов был прикончить Макса. Ничего. Я дам денег на восстановление магазина. Обязательно дам. Деньги я достану сам, ладно? Послушай, брат, есть выгодное дело. Одной фирме нужна дюжина зданий. Бихари в городе нет. Сможем выполнить этот заказ, и 2 миллиона у нас в кармане, что скажешь? Зачем же дело стало? Вперед! Освобождай здание, ломай людям ноги. Ну да, придется сломать пару рук или ног. Не без этого, иначе не освободить дома. А где же Васко найти свободную землю? Да вот же. Да. Рахул! Рахул! Рахул, постой. А если мы найдем свободную землю? Да где в Васко найти столько пустой земли? Мы на ней стоим. Это площадь? Но она же в общественной собственности. Она принадлежит людям. Все говорят, что она принадлежит Васко. А Васко умер. Чья же она теперь?
Нашли? Нет, сэр. Да и как найти, если там этого нет? Да, вы правы, сэр. Столько времени у меня отняли. Целых 2 дня. Что же теперь будет? Надо было еще поискать. Может, и нашли бы. Да я нашел, дружище. Эта площадь принадлежала Альберто Васко, а потом ее купила какая-то Мэри Энн Льюис. Вилла Роза, улица Черчилля, 13. Здесь уже 100 лет никто не живет. Извините. Извините, это дом Мэри Энн Льюис? Нет, леди Ди Коста. Леди Ди Коста? Да нет, Мэри Энн Льюис. Мэри снимала у нее комнату. Она давно умерла. Умерла? А где живет миссис Ди Коста? Она переехала в пригород 15 лет назад. 15 лет! Поедем к ней. Зачем? Хозяйка земли ведь умерла. А это Ди Коста, нам зачем? Пошли. Нет, Прокаш, надо все выяснить. Ты в уме повредился, что ли? Никто ничего не узнает. Перед нами огромные возможности. Бихари, например, на многие дома наложил лапу с помощью фальшивых документов. Послушай, что я скажу. Я позаимствую Бихари поддельное свидетельство о продаже и считаю, дело сделано. И 200 тысяч у нас в кармане. Понял? Миссис Ди Коста? Кто ты? Чего тебе надо? Меня зовут Рахул. Вы знаете Мэри Энн Льюис? Она давно умерла. А где ее родственники? Они живы? Откуда ты взялся? Из Васко. Васко. Альберто Васко. Чертов мерзавец. Что ему нужно от меня на этот раз? Мэри умерла. Что ему нужно? Убирайся отсюда, убирайся. Миссис Ди Коста, послушайте, насчет земли. Убирайся, говорю, а то я тебя ударю. Миссис Ди Коста, выслушайте меня, пожалуйста. Не трогай меня, я вызову полицию. Миссис Ди Коста, успокойтесь, пожалуйста. Говорят тебе, убирайся. Пожалуйста. Когда мы жили в Васко, Мэри снимала у нас комнату. У нее не было семьи. Много квартирантов сменилось, но Мэри оставалась с нами. Однажды вечером Мэри вернулась домой, сама не своя. Мэри, дорогая, ты выглядишь потерянной. Дорогая, садись, поужинай с нами. Мэри, я принесла тебе горячего супа. Ешь. Мэри была беременна. Когда она сообщила об этом Альберто Васко, то он сказал, что собирается жениться на другой. Мэри сломалась. Васко сказал ей: «Я куплю тебе дом, дам тебе денег, я дам тебе все, что не пожелаешь». Но Мэри ничего не было нужно. Ее душа уже умерла.
Отец Джейкоб много разговаривал с ней, пытался дать ей сил жить дальше. Он увез ее отсюда в Нангао, а там сказал, что она вдова. Через несколько лет Мэри вернулась в Васко вместе со своими маленькими детьми. С детьми? То есть? У Мэри родились близнецы. Близнецы. Мальчик и девочка. А где они теперь? В Васко. Макс и Ширли. English kaperu, rupa deri e kaperu. English kaperu, rupa deri e kaperu. Now, what? Hey samba, ho samba, hey samba, ho samba, hey samba, ho samba. Ты ужасно фальшивишь, невозможно слушать, Макси. И танцевать ты тоже не умеешь. Что тебе не нравится? Ho samba. Окей. Ну ладно. Что ты тут делаешь? Я сказала, что сама скажу Максу. Мне надо поговорить с ним. Господи, ты спятил, Рахул, уходи. Ширли, дай мне войти. Да уходи. Ширли, пожалуйста. Ширли? Кто там, Ширли? Что случилось? Открой дверь. Открывай. Что тебе нужно? Мне надо с тобой поговорить. Дело очень важное. Надо поговорить? Ширли, ступай за Майклом. Говорю тебе, иди разыщи Майкла, ступай. Ширли, дверь закрой. Ну? Говори, что ты хотел сказать. Послушай, Макс, меня не интересуют ваши с Прокашем разборки. Сукин сын. Ты это пришел сказать? Нет. Есть одно дело, в котором я могу тебе помочь. Мне ни в чем не нужна твоя помощь. О, извини. Ошибочка. Прекрасно. Мне тоже это не доставляет ни малейшего удовольствия. Я пришел только потому, что люблю Ширли. Сволочь, любишь Шир... Тебе этого не понять. С тобой по-человечески разговаривают, а ты драться лезешь. Я ничего тебе не скажу. Выясняй все сам. Помнишь миссис Дикосто? Она раньше жила на Вилле Роза. Да, миссис Дикосто. Она теперь живет в пригороде. Поезжай, спроси у нее, кем был Альберто Васко. Давай. Если не побоишься, то спроси, кем был этот Альберто Васко. Кто ты? Чего тебе надо? Тетя Люси? Я Макси. Макс Диас. Сын Мэри Энн и Филиппа. जिंदा है हम तो तेरे ही लब से नहीं तो मर जाता
डार्लिंग हम कब से दिल न तोड़ो मुंह न मोड़ो ओ मारिया ओ मारिया जिंदा है हम तो तेरे ही लब से नहीं तो मर जाता डार्लिंग हम कब से दिल न तोड़ो मुंह न मोड़ो ओ मारिया जिंदा है हम तो तेरे ही लब से नहीं तो मर जाता डार्लिंग हम कब से दिल न तोड़ो मुंह न मोड़ो ओ मारिया ओ मारिया स्टॉप मैक्सी कितना कैसे कहे मारिया Ширли, в этом письме я хочу рассказать тебе то, что не смог рассказать Максу. Говори, кому еще ты это рассказал? Никому. А Ширли что рассказал? Говори. Что ты наболтал, Ширли? Ничего. На что ты рассчитывал, мерзавец? Думал, что я испугаюсь. И ты получишь Ширли.
Грабители! Грабят! Воры! Держите их! Это дело рук орлов. Нельзя оставлять их безнаказанными. Сегодня же надо... Замолчите. Врача вызвать? Да. Хоти, матери скажи, что он со мной. Вернется утром. И поделикатней с ней. А ну, пошли отсюда. В тот день я пришел не для того, чтобы пристыдить Макса, а чтобы рассказать ему кое-что важное. Что ваш настоящий отец, Альберто Васко, переписал площадь на имя вашей матери. Если ты сможешь убедить Макса, то я мог бы помочь вам получить права на землю. Если же нет, я никогда об этом никому не скажу. Даже Прокашу. Помни, я всегда буду любить тебя. Всегда буду любить. Рахул. Рахул. Здорово он тебя прижал, сволочь. Ну а сейчас ты себя нормально чувствуешь? Кто это был? Ладно, можешь не говорить. Мы во всем сами разберемся. Это был всего лишь Макс. И что вы не поделили? Он узнал о нас с Ширли. От меня ты тоже это скрывал. Я собирался рассказать. Неужели? Но не рассказал. А еще что-нибудь? Нет. Только это? Да. Ладно, отдыхай. Сегодня переночуешь здесь, а то мама будет волноваться. Прокаш, что ты думаешь о Ширли? Хорошенькая, но лучше тебе забыть ее. Ты куда? Домой. Матери ничего не говори. Пригрел на груди змею. Родной брат. Брат. Меня предал. Что же это значит? Что вся площадь, вся эта земля принадлежит мерзавцу Максу? Да он даже не подозревает об этом. А вот мой родной брат хотел раскрыть ему глаза. Хотя... идею насчет площади подал ему я. Предатель. Зачем я это сделал? А слушай, Прокаш, земля принадлежит Максу и Ширли. А Ширли Рахулу. И если с Максом что-нибудь случится, то... то что? То земля станет нашей. Но как? Самоубийство. Пуля из его пистолета в его же черепе. Вот так. Макси? Что случилось, Макси? Что ты с ним сделал? Ты его избил? Избил? Что этот негодяй тебе наболтал? О чем? О тебе, обо мне? Он что-нибудь тебе говорил? Он говорил, что очень любит меня. А еще что? Что женится на мне. Да, правда.
Макси, послушай меня, Макси. Он меня не обманывает. Он любит меня. И я тоже его люблю. Он очень хороший, Макси. Я хочу выйти за него. Что ты думаешь, Макси? Я думаю, что убью его. Мама? Мама с тетей ушли в храм. Чай будешь? Я заварю. Я уже заварил. Что? А что? Я тоже умею. Вчера ночью я много думал. О себе. О тебе. Что если из-за наших междоусобиц ты погибнешь? Не надо, дружище. Забудь. Как забыть? Враги мы с Максом, а вы с Ширли тут ни при чем. А что мне приносит моя теперешняя работа? Немного денег и сомнительную славу главы банды Скорпионов. Все, брат, все. Я решил изменить свою жизнь. Клянусь тебе. Обещаю. Что это с тобой вдруг произошло? Не вдруг. Ты заставил меня задуматься. Я ненавижу Макса, но тебя... люблю гораздо сильнее. Ты ведь мой младший брат. Не волнуйся, Рахул. Я пойду и поговорю с Максом. Но Макс... Макс? Да что Макс делает? Ругаться будет, угрожать. Я все готов стерпеть ради тебя. Я соединю вас, Ширли. Прокаш, до вчерашнего дня я думал, что ты изменился. Но теперь вижу, что ты все тот же. Тот же мой старший брат. Мой брат. Макси, завтракать будешь? Нет. Hi. Привет. Рахул, что ты здесь делаешь? Я и вчера приходил, но... Anyway. Ладно. Я хочу сообщить тебе хорошую новость. Прокаш узнал о нас. Он согласен. Он поговорит о нас с Максом. Что ты тут делаешь один, Макси? Thank you.
Ты обиделся на меня, Макс? Нет. Почему же ты не приходишь ко мне? Просто так. Ты меня не любишь. Вчера ночью я спрятала его пистолет, так что он безоружен. О, Боже. Макс нашел пистолет. Не сразу получилось. Говорят, тебе иди отсюда! Ты отвлеки его, а я подберусь сзади. Ладно? Макс? Майкл, где Макс? А что случилось? Ты знаешь, куда он пошел? В старой церкви. Он был какой-то странный. Макс! Чего надо? Зачем пришел? Поговорить. Держись подальше. Подальше? Я подумал, давай завяжем с враждой. Что хорошего она нам принесла? Вот как? Что, испугался? Вовсе нет. Но давай лучше будем друзьями. Какая между нами может быть дружба, сукин ты сын? Хватит ссориться, Макс. Мы же скоро породнимся. Макс, мой брат хочет жениться на твоей сестре. Осел, да я его прикончу. Без нее он умрет. Я в любом случае собираюсь его убить. Но твоя сестра любит его. Ее ты тоже убьешь? Я знаю, что такое насилие. Убивать легко. А пожертвовать жизнью трудно. Макс, я готов умереть ради них. Ты осмелишься убить меня? Ну-ка, что ты сказал? Повтори. Повтори! Я сказал, что они очень любят друг друга. Oh!
Макс! Макси! 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 Макс! Макси! Макси! Прокаж! 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 Что с тобой? Что случилось? Прокаж! Брат, брат! Вставай, брат! Пожалуйста! Брат, братец! Прокаж! Что с тобой произошло, брат? Прокаж, мой брат! Прокаж! Что стряслось? Прокаж, брат, братец! Что с тобой, брат? Что с тобой, брат? Я вот тут и беремай! И прокаж! Беремай! Что с тобой? И прокаж! И беремай! И я вот тут и беремай! Вставай, брат! Расступитесь! Залезай! Залезай! Давай, поехали! Поехали! Инспектор. Прокаж хотел меня зарезать. Я выстрелил, защищаясь. Ни на теле Прокаша, ни на месте убийства не было обнаружено никакого ножа. Нет. Я говорю правду, инспектор. Поверьте мне. Слишком поздно, Макси. Теперь тебе ничто не поможет. Инспектор! Очень больно, Макси. Я и не такое могу вынести. Только не плачь, а то мне будет еще тяжелее. Макси. Вы быстро пришли, святой отец. Выдалась свободная минутка, да? Не говори так, Макс. Не теряй веры в Господа. Он и сейчас с тобой. Это я и пришел тебе сказать. Я многим людям принес несчастье, святой отец.
Я многим людям принес несчастье. Но я не хотел никого убивать. Я говорю правду, святой отец. Я не хотел убивать. Нет, нет, мистер Рахул, ваше дело очень простое, поверьте мне. Полицейское расследование, все доказательства, показания свидетелей, все против него. Не беспокойтесь. Извините, я отойду на 5 минут. Я подожду на улице. Он совершил ошибку. Не губи его. Лучше помоги ему. Пожалуйста. Скажи завтра в суде, что это был несчастный случай. Макс выстрелил ненамеренно. Ты хочешь, чтобы я солгал? Ширли, помнишь, ты говорила, что веришь в Бога? А я сказал, что верю только в правду. Я же не запрещал тебе верить. Так зачем же ты хочешь лишить меня веры? Правда ведь в том, что Макс убил моего брата. Я никогда не смогу забыть этого. Готья, это я убил Пракаша. Что? Ваша честь, пуля, которой был убит Пракаш, была выпущена из этого пистолета. Отпечатки пальцев, снятые из пистолета, принадлежат Максу. Из чего следует, что убийство совершил Макс. Сейчас я хочу вызвать последнего свидетеля, который видел Макса с пистолетом в руках через несколько минут после убийства. Это брат покойного Пракаша Рахул. Клянусь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Когда вы, Ширли, прибежали на кладбище у старой церкви, то увидели, что Макс убегает. Да. И в руках у Макса был этот пистолет. Да. И Макс из этого пистолета, на который у него и лицензии не было, убил Пракаша. Выстрелил в Пракаша. Убил или выстрелил, какая разница? Разница есть. Потому что в тот день, когда Макс пришел на кладбище, пистолета у него не было. Что такое? О чем он говорит? Я думал, что Пракаш пошел поговорить с Максом о нас, Ширли.
Но у него на уме было другое. Он хотел убить Макса из его же собственного пистолета. Что такое? Как? Ну этого не может быть! Предыдущей ночью Гхоти украл пистолет Макса. Но там пистолет попал в руки Макса. И тогда Пракаш попытался его зарезать. Зарезать? Но там не нашли никакого ножа. Вот этот нож. О, Господи! Гхоти забрал нож и сбежал с места преступления. Вчера Гхоти умер. А перед смертью он рассказал мне правду, ваша честь. Но, мистер Рахул, почему Пракаш хотел убить Макса? Из вашего рассказа это непонятно. Причина была, ваша честь. Пракаш хотел заполучить городскую площадь Васка, которая, согласно этим документам, принадлежит Максу и Ширли. 5,5 гектаров земли. Это земля собственность Макса и Ширли, потому что Альберто Васко переписал ее на имя их матери. Альберто Васко был их настоящим отцом. Он дал им жизнь, но не имя. Ваша честь, Макс убил моего брата, но только чтобы защитить себя. Это правда. Поэтому Макс не виновен. Отпустите его, ваша честь. Отпустите. Из показаний Рахула Шармы следует, что Макс Диэс выстрелил в Пракаша не с целью убийства, а в порядке самозащиты. Поэтому суд признает Макса невиновным и освобождает. Моя жизнь всегда была полна драк, насилия, ненависти. Я никого не слушал. Я и тебе много зла причинил. Ты хотел помочь мне, но я неправильно тебя понял. Из-за меня погиб твой брат. Но ты все равно спас мне жизнь. Прости меня, Рахул. Ты все понял, и этого достаточно. В этом мире у нас Ширли никого нет. Не бросайте нас. Свадьба Рахула и Ширли. На русский язык фильм озвучен студией «Формат АВ».